Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». На сегодня Глеб Матвейчук является успешным киноактером, известным певцом, композитором и продюсером. А телезрителям он полюбился после участия в различных телешоу, таких как «Голос», «Две звезды», «Три аккорда», «Точь-точь». Сын художника кино Алима Ивановича Матвейчука и художника-гримера Ольги Шалимовны был обречен связать судьбу с искусством. После окончания школы Глеб сразу поступил в два вуза – в Щепку и консерваторию имени Чайковского. И, конечно, неудивительно, что харизматичный, талантливый блондин с красивым голосом никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако почему-то три попытки создать семью, обрести личное счастье, обернулись для Глеба неудачей. Первой гражданской женой Глеба Матвейчука стала актриса Светлана Бельская. Они познакомились перед самыми новогодними праздниками, а вскоре влюбленные съехались, причем родители Матвейчука этому не возражали. Молодые прожили вместе около 3,5 лет, но до ЗАГСа так и не дошли, а потом что-то пошло не так, и они расстались в 2008, причем инициатором была именно Светлана. Еще до разрыва с Бельской Матвейчук стал репетировать мюзикл «Монте-Кристо», в котором принимала участие красавица-актриса Анастасия Макеева. Сначала они общались только как коллеги, однако постепенно дружеские отношения стали перерастать в любовные. И в 2010-м Матвейчук и Макеева поженились, обвенчались и заговорили о желании стать родителями. 6 лет многим казалось, что Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук – идеальная семейная пара. Но впоследствии выяснилось, что их отношения были далеко от эталона. Пара развелась в 2016-м. Глеб тогда, комментируя развод, одной из причин расставания назвал то, что они с Анастасией повзрослели и стали слишком разными людьми. Макеева же рассказала свою версию развода и среди причин назвала одержимость Глеба работой, влиянием свекрови на их семейную жизнь и отсутствие детей. А вскоре на личной странице в соцсетях Глеба появился снимок с актрисой Еленой Глазковой. Тогда Матвейчук признался, что хочет провести с этой женщиной всю жизнь. В сентябре 2018-го Елена подарила возлюбленному дочку Алису, а в августе 2020-го у пары родился сын Александр. И поклонникам Матвейчука казалось, что наконец-то Глеб с третьей попытки обрел семейное счастье. Но почему-то, даже несмотря на рождение детей, Матвейчук и Глазкова не регистрировали свои отношения официально. А буквально в начале декабря этого года стало известно, что пара рассталась. Глазкова вдруг в соцсетях призналась: «Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях и всегда останемся близкими друг к другу людьми». Также экс-возлюбленная Матвейчука заявила, что никто никому не уходил. Она поблагодарила актера за 5 лет совместной жизни, на что сам Матвейчук пока хранит молчание. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!